Так, короче, купил я вот плуг однорядный. Вот такого вот он исполнения. Вроде бы как бы что-то настроил. Мои собранные фрезы, установленные данные фрезы тупыми концами вперед. Видите, здесь вот тупые концы идут. Вперед они установлены. Вот так вот тупые концы, чтобы он у меня не заглублялся. С этой стороны тоже так же я установил тупыми концами вперед. Вот тупая часть фрез. Тупая часть фрез. Вот она. Тупая часть фрез. Она идет вперед, получается. Вот эта вот острая часть фрез. Она здесь. Смотрите. Между рядку проходить вообще супер. Четко и ништяк. Вот данными установленными фрезами, то есть 8 штук на одной ступице. Однорядный окучник купил за 2800, получается, обошел мне. Поехал, быстренько купил. Вот. И смотрите, когда если будете окучивать, то данные фрезы, они будут предназначены для окучивания только тогда, в лучшую сторону, когда будет картошка вот такой вот маленькой. Тогда данные фрезы не будут зацеплять вот здесь вот картошечку, не будут они ее зацеплять, и не будет она, получается, резать вот эти вот края картошек. Некоторые края картошек у меня просто-напросто вырвало и обрезало. А так идти нормально. Что я буду делать на следующий год? На следующий год я буду делать как? Между рядку посадим картошку. Далее, когда только у нас будет начинаться идти расти трава, я вот эти вот фрезы буду этими фрезами проходить между рядку. То есть сразу рыхлить землю буду и сразу буду, получается, убирать траву между рядью, в которой будет прорастать. Я ее буду рыхлить. То есть фреза это позволяет. Вторую скорость, полгазика и вперед. Будет все нормально. Вот. Когда картошечка будет уже подрастать, я ее буду окучивать. Уже эти фрезы просто переверну слева направо, справа налево, и все. И будет нормально окучиваться. Окучивать вообще замечательно, окучник идет легко. Но вот из-за того, что вот картошка уже вот такая вот очень высокая картошечка. Вот, жена, привет. Траву собираешь? Траву собирает. Вот. Из-за того, что картошка у нас очень высокая, выросла очень быстро, дожди шли, мы потом все вручную все пропололи, чисто вот так вот. Сейчас вот эту траву между рядью, в которой лежит, ее сейчас жена уберет. Все, и сейчас ее окучим. Вот, то есть данный метод, вот с данными фрезами и однорядным окучником, будет очень замечательный. То есть поначалу мы фрезы ставим лезвие вперед, это мы рыхлим землю, то есть пропалываем траву между рядями, рыхлим земельку, будет очень хорошо. И, грубо говоря, мы не будем прилагать усилий для прополки картошки. В принципе, вообще. Вот у нас, то есть пропалывает и сразу же нам делает окучивание. Короче, вещь четкая, вообще ништяк. Берите на заметку. Мне очень сильно понравилось. Я вот сейчас вот буду доделывать. Сейчас я заведу, жена меня поснимает, а я этот похожу и вам все покажу.
меньше дергает. Давай. Бежать за ним надо только. Давай, давай, там сейчас выйдем. Подожди, я спереди сейчас сделаю. Зато картошка не режется. Фу. Картошка не режется? Нет. На Победной. Тепленькая, он, пап, смотри как. Мама, я очень холодная. Ты не холодная, сюда мы пойдем.
пути до нём. Все, окучили картошку.